Сегодня 24 июля 2017 года, понедельник. Через первый мостик проезжаем. И самый момент, когда вода поднялась выше, пошла, где ей нужно идти. Выше, если она пошла здесь, то она будет размыта, трасса будет разорвана. А вот сейчас камень там внизу. Ну, показываю тут, пиявка тут поползла, идет где-то, вот она где идет, ее даже видать воду. И вот она дальше идет, вот она здесь через верх пошла, просачивается через камни, ну, а эта дорога прямо показывает на трассу и уходит. Это след, в основном тут Роман ездит, нас возит. И вот тут вода. Живая вода. Движется. И эта вода сейчас наполняет вот здесь последнюю колею. Оттуда на камень прикрыли мы сеном с этим, с глиной. Утолкли вручную. А сейчас можно посмотреть, как она выходит здесь. Вода. Вот за этим, там, видать, просачивается, шевелится немножко. Ну, а там проходит через это. Будет она вымывать из-под камней, камни осядут. Ну, может быть, как раз то, что и надо, потому что у нас получилось маленько не так. Уровень вот этого полотна дороги на полметра почти выше запланированного. Иначе он не выдерживал ни трактора, ничего. И вот сейчас я показываю здесь вот эту сторону левая с восходом солнца откуда. Вот вода стоит тут недвижимая. А вот чуть подальше шагнули только, уже движимая. Вот она проходит по камням. И даже не видно, как она проходит. Видно только, где вот течет. Вот тут видно. Она набирается, и там камни уходят. Ну, машина туда-сюда идет. Когда начинала вода течь, когда одной землей было, это все в течение одних суток размывала, ну, земля, прорва. И дальше прекращалось все. Сейчас вот мы посмотрим, не напрасно ли мы здесь труд такой положили. Вот я хотел тут еще две машины бутового камня поднять, потому что плоское, вот совершенно плоское дно было где. Ну, не так не получилось. Маленько ближе сюда. Да это не важно. А тут медленно-медленно поднимается выше. И как бы она тут не стала размывать. Ну, видно будет. Сейчас вот она, вода доходит. Вот здесь вот. И уходит, видимо, через камень вниз. Вот она, вода идет где. Вот сколько набралось, а пока выше нет. Но она должна перейти выше. Потому что дожди прошли. Второй мостик там тоже через край теперь пошло. На втором мостике никогда не было столь много воды, как нынче. Но поднять можем еще почти на метр. И тогда бы тут и карпа запустить можно было. О, трясогузка полевая полетела. Желтая. Я называю неправильно, может быть. Ну, трясогузка, только цвет другой. Это вот столбы старики ставили. Я сказал, не трогать их, это память их трудов. Вот так. О, нашел что. Щипцы лежат. Щипцы порастеряли где? На столбе лежит. Если на столбе лежит и оставлено, это наше братье. Вот они лежат. Придется брать. Ну, а тут раз уломает бульдозер. Где он там у меня? Макушку. Вот видно, он пока обиходит. Загудит, тогда поставлю минуты, во сколько начал работать.
Пока еще седьмой час идет, в 6 завтрак установил он. Вот вчера с нами он везде был на занятиях. Обедать в столовой было. Общая столовая у нас есть в гостях. Ну, в доме Володи Пащенко. Ну и вот здесь он тоже потрудился. Хотел трассу маленько прикрыли, эту яму. Более-менее она теперь. Если так смотреть, так будто бы еще. Вот вода как далеко зашла, ее тут не было. Трава. Это вот даже первый мостик, и сколько больше воды-то тут теперь стало. А вода – это жизнь. Это и коров поить, и вообще тут живности всякой хватает. Что-то куликов мало вижу, и чибисов мало. Почему? Может, в другом месте где-то. Утки здесь есть, черки, касатки мы называем. Немного простыло тут. Сказал сегодня, чтобы кипяченого молока привезли. Все, пока. Дальше идут камыш. Камыш. И у камыша вот эти вот черные, по-нашему называются бальки. Это гранаты. Ее если зажег, она будет тлеть, как бифордов шнур. Для поджигателя это находка. Поэтому мы ее запрещаем детям рвать. Это вот по лагам видно, кусты. Все, пока.